согласно тому, что нам сказал ЕСИАС, все службы, которые связаны с обработкой документов, работают в нормальном режиме. Ну, я обычно человек скептический, я не верю в то, что это будет в нормальном режиме. Я думаю, что нас ожидают большие-большие отсрочки всего, тем более, что сейчас будут очень многие люди, которые не могут выехать, подавать на продление статуса, и, соответственно, ну, это тоже забьет всю систему иммиграционную новыми заявлениями.